Приветствую, друзья. Я только что с другом со своим разговаривал, он же и специалист, и очень интересный человек. И по методу ключ, и там много чего, и на батуте, там, и с кувалдой, там. Много чего, я не говорю специально имени, потому что завтра будет вам сюрприз, потому что он и поет. Ну и как раз таки я с ним разговаривал, я говорю: слушай, у нас там много очень мудрых людей, у нас там в возрасте дамы, у нас там в возрасте мужики, да, мы же хотим, чтобы в школу нашу человек будущего Homo Futurus молодежь зашла, потому что у меня одновременно в методике реабилитация восстановительная и для тех, которые перенесли такие тяжелые психотравмы, личные трагедии, например, или там боевых действиях, или в конфликтных ситуациях, или были жертвы насилия и так далее, которые перенесли одновременно восстановление за короткое время вместе с развитием творческих качеств, чего никогда не было. Обычно эти вещи в мире разделены между собой. А тут вдруг вместе все, он говорит: ну как же вместе, если у тебя всего 5 приемов, там все смотрят. Ну, пришли молодые, посмотрели эти 5 приемов, на следующее занятие опять пришли, опять эти 5 приемов. Слушай, я говорю: какие 5 приемов? Откуда ты это взял? А, это в учебнике по физкультуре для 10-х 11-х. Так это же для примера даны, и там же написано, что подбирать надо свои. Ну, конечно, но там же в школьном учебнике, ну как это понять можно? И там это говорит на сайте у тебя, и на там в Ютубе там сотни тысяч людей смотрят, тоже 5 упражнений. Я говорю: слушай, это было в 2010 году, когда я Марс 500 испытателей готовил, международную космическую программу. А сейчас какой год? Сейчас же мы в школе «Человек будущего Homo Futurus» для неизвестности, для неопределенности, когда человек попадает в ситуацию страшной неизвестности, на что ему опереться? Он же не может опираться на шаблоны. Ну, выучил он там в школе, какую-то подготовку прошел, тренировку прошел, с коучами поработал, но он попал в неизвестность. И что теперь ему делать? Я же как раз-таки вот этим занимаемся. Это как раз для молодежи нужно, а не только для наших друзей, которые там в мудром возрасте. Это для всех нужно, для молодежи, в первую очередь, чтобы не попадать в такие ситуации, и чтобы сохранять энергию молодости дольше, 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 и жить дольше, 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 а не только чтобы восстанавливаться. Ну да. Поэтому там у меня не 5 приемов, это пример. А там, чтобы было все вместе и восстановление быстрое. Как будто после этого теракта или боевых действий, или когда он получил психотравму или какое-то насилие, как будто годы прошли, чтобы он мог за 10-15 минут так снизить свое напряжение, выйти на нормальное состояние и уже не выживать, а жить, чтобы уже мог соображать, делами заниматься, за детьми ухаживать и так далее. Чтобы как годы прошли, за 5 встреч, или там за 3 встречи, или за 20 минут. Там же время сжимается в этом методе ключ. Так принцип-то в чем? Подбор путем перебора, и поэтому не 5 упражнений, а миллион различных действий, которые человек перебирает по критерию максимальной простоты и комфортности. А сам процесс подбора путем перебора по принципу ключа открывает творческие качества и развивает творческую личность, и развивает творческое мышление. Так вот оно как, для чего молодым нужно. Я надеюсь, вы меня поняли. И, кстати говоря, мы с ним сделаем ролик и будем изобретать, и я тоже покажу, как я изобретаю и создаю, и как я превращаю энергию страха, энергию стресса, неисчерпаемый источник энергии, открою, в чем секрет, превращаю в новые достижения.
Это для будущего, которое у нас сегодня. Кто это захочет? Поэтому молодые-то у нас где? Вот у нас там много бабушек, дедушек, дяди, тети, взрослых, мудрых. Ваши же дети, ваши правнуки, внуки. Ведите их сюда, и мы покажем критерии, с помощью которого из миллиона различных движений, любимых, теннисных, плавательных, фехтовальных, скакания, как говорится, на конях, подбирать себе то действие, которое вам подходит. И тогда вы будете получать, условно говоря, взрывной эффект развития своей личности и повышения здоровья. До встречи, друзья!